Van kim? Varım. Yani varız dedim. Заходи, если хочешь. Всем привет. Это Виталик там попшикал. Типа думал, топ вар сейчас зайдет. Привет, Виталик. Как дела? Заходи, Виталик. Борис, пойдешь? Не хочу. А если поумолять? Тогда. Какой ты левел, кстати, Виталик? 86. Хорош. На ренивалу напиши, пусть магом идет. Так, а где вы собрались? РС? Трэш убит? Нет. В процессе. Да уж. Блять, отойти надо срочно. Через минут 15 приду, помогу, если надо. Да уже не надо. Дима, заходи на этого, на Фурика. Так я это делаю уже. Мысли об АДК? Ну, если надо, кричите. Ну, нельзя просто тут ППшки. Тут очень жестко с этим. Тикают. Тебя в ЧС добавляют, и тут... Ну, короче, если вдруг в ППшке тип с нормальной гильдии, ты тут ливаешь, ты потом в нормальную гильдию не попадешь. Ну, прям как на БК. Там просто пиздец, все. Ты когда-то ливнул с БГ, ты уеба, короче, и все, это больше не то. Ну ты вернулся на пиратку, да? Мне тут. Нет, я, ну, соскучился, зашел. Мне тут америкосы писали, ругались на меня, писали, йо, а трэш, понял. Эту стычку, когда регаешь с америкосами, попадаешь. Прикольно, конечно. Там полностью кросс. Ну, кросс в ПП никогда у меня не попадались еще америкосы. Если у тебя есть друг какой-то именно во френдах америкос, и ты с ним регаешь, тогда у тебя полностью кросс. А если ты сам регаешь, то ты только с русскими серверами в ПП попадаешь. А на арену ты попадаешь уже со всеми. БГ тоже только русский. Я не видел на БГ еще америкосов. Да, не знаю. А какой там онлайн? На Близконе, Хуй его знает, я не знаю, как его посмотреть. Онлайн? Ну там на каждом сервере можно посмотреть, сколько играет. Но когда я играл, ну, последний раз было... жестких два сервера только. Свежеватель душ, там где Джарен играет, и Ревущий Фьорд, там где я. Ну типа Ревущий Фьорд больше орды немножко, а Свежеватель душ типа все ПВП-пацаны, короче, там лупашат. Ну одни из самых... Но очень обидно наблюдать, что русский ник в этом приоритете, ну, когда заходишь на близзардский, этот на рейтинг, смотришь на арены, русские ники где-то на 50-м месте, короче. Ну, типа, СНГ, да нет, там ни на чём не смотрел. Меня... Сейчас, Виталий, сорян, ты будешь, там Ямесмия роял бы тут. Тут всегда америкосы на первом месте, они тут, ну, всех лупашат, короче. Ну, вообще, Европа, там, Америка. Они на всех серверах на первом месте. Типа, русские, ну, так себе вообще, никакие. Я пытался скачать себе английский клиент и зарегистрироваться на английское мыло, чтобы меня, типа, восприняли как америкосом, чтобы играть только с америкосами. Не получилось. Они меня вычисляют просто. И мне... как? Ну и когда ты пишешь ник на английских буквах, тебе пишут нет, вам допустимы только русские символы. По IP что ли? Не знаю. У меня IP нестабильный. А у тебя регистрация через интернет, да? Или через их какую-то систему? Где регистрация? Ты через Gmail регистрируешься, а Gmail ты регистрируешься там как хочешь, блин. Ты же мыло вводишь на офф-сервере в логин, а не как у нас логин. Сам же попробуй скачать VPN, включить VPN, зарегистрироваться на Gmail, а там можно выбрать. Так, у меня Gmail не хохол, выйдите, я в Gmail. Командира, выйдите. Там Гагарин работает? Короче, пытался их обмануть, у меня не получилось. Но я пытался. Но у меня Gmail не русский. Я в Gmail как америкос. Притяжкой вытяните до кашки.
А, не АФК, да. Петухи АФКшат. Вы сейчас ну, такую обнову улупили. 7.3.5. Очень тяжелая стала, ну просто вообще жесть. Я до 83-го левела ни разу не сдох вообще в каче. А сейчас в ППшке просто бои по 3 минуты там. Я 2 раза волков призываю. Это с боссом в ПП. Я на личи, блядь, на ребре столько не призывал. Это Вов тоже, да? Угу. Что там, Легион или классика уже? Нет, Легион. Но тут есть какая-то кнопка, как конвертация, типа можно конвертировать. Я не понимаю, но я еще не нажимал туда. Ну а вообще Легион идет. Но я еще не дошел туда. Я сейчас на 86-й, это патч Пандари. В общем, на Пандари еще играю, еще Дренор надо пройти. А там же вроде за покупку сразу 110-й дают, не? За покупку Легиона. А я купил... Ну, Легион 2000 стоит рублей. А... Обычный дренор, типа, ну, до сотого левела тоже надо докачаться, как бы. Те ж одного чара только дают до сотого. Там 500 рублей. И мне вот, типа, бесплатно достались вот эти 500 рублей месяц, короче. А я пока качаюсь до Легиона, я еще не покупал Легион. Там, да, там 100-й левел одного чара можешь выбрать какого-то. Оставьте шкаф, сманите отсутствующих. Уже бы давно могли все прилететь. Дайте шкаф, Локи, чё вы? Кто-то ставит, только не ставишь, да. Пас. Поставьте мамонта. Самое приятное это то, что Энг по логам на первом месте по ДПС. Там ШПшки говорят не дамажат вообще. Очень сложно ШПшкой дамажить. У ШПшки добавили облик, как у демона на личе. То есть это только, когда ты в облике, ты дамажишь. Дамажи, в облике хуй слаза, ты сочёшь! Что это вообще, блядь? Что за ультразвук? Кто пустил вообще чау-чау к микрофону, блядь? А кто на самом деле это говорил? Это в прицел был. Не, ну вообще я играл с ФП до 60-го. Очень круто просто, вот реально. Там же добавили у него, ну тут у каждого класса, как у ДК на личе, типа у него есть руны, только на определенные скиллы, в определенное количество рун. Ну то есть, короче, пианино просто бешеное, блять, вот. Там нельзя так, как на личе, просто дотки обвешал и единичку клоцаешь. Вообще такое ни у кого нет. Так ты все, ушел туда, тут больше не будешь играть? Не, ну пока если... Тут я не знаю, понравится или не понравится. Я еще ну толком не редил тут, чтобы что-то говорить. Ну сейчас 8 кнопок, это просто все дамажащие. Это без прожимок, хуимок, как там на личе типа накручивать. Да там 30 кнопок, блядь, там все хели. Сука, я опять рассажу. Это, блядь. Чем меня гандоном будут называть, вся хуйня. Ты гандон. Прицел ворвался. Ой, простите. Сука, не успел бы. Вот пан. Дима, ты тут? Да. А вы видели, как я этого хуйсоса ВКонтакте обхуйсосил? Что он этот уже ничего не знает, что написать. Давайте неоспоримую основу. Я тогда в ВК ушел. Отверните вторую.
Начинайте. О ком вообще присел говорил? Он понял, о ком я говорил. А какую копию? Вторую, первую? Первую. Настя. Пусти снежка. Ну вы чё, блядь, не хилите? Забрал, забрал её. Давай, дайте БР. Отхильте его, потом забирай. Дядя, чай забирай. Я, короче, вторую копию забираю основу. Забирай. Балтар не оставляет живых. Нужно подойти поближе. Джерион! Да. Ничего не брал. Я не знаю. А что за говнище? Блять, водку хуйнич, дочь! Заберите третью пугу. Брал. Умер. Хватает героев, Балтар не оставляет живых. Балтар не оставляет. Хватает героев. Как вы, блядь, так духнете? Бейте, бейте три копии. Не спримо. Я пока не могу прочитать. Сейчас звездопад занимает. Да нет. В мире хватает, да, баба, героев. Баба. Балтар не оставляет. Хватает героев и без. Танки нубы, да. Нет, просто один ШП, другой. А, нормально. Огурец, спекайся давай. Сатары. Ну, а ладно. Сейчас будем умирать на Балтаре. Да не хилится тут втроем, они разбегаются уже. Один к выходу, а другой, блядь, к генералу, блядь, третий к Савиане, в озеро прыгает. С копьями с этими. И пять хилов надо за ними бегать. Ну, огурец пекнется, я думаю, достаточно будет Сатары, потом уже на Халиона. Я бы Сатары успек. Стопроцентно уверен. Все равно тут дамаг не нужен. Там кто первую копию танчит? Ну, отдавайте самый сильный деф, там, допустим, незыблемость под вторую переходку эту. Потому что вас не откидывает, и он все это время вас бьет, пока все встанет. Вот как сейчас злого убил. Да лучше незыблемость давай, потому что если попадешь в вихрь, он скастует в этот момент. Там кровь даже не спасет. Это профитные ноги на сову. Что, так это смущение? Какие ноги? Вся мана топи. Алёшка, какие ноги? Я в чат линканул. Блять, я ж не в игре, линкани в РК. Омертвленные поножи называются они. Джоли, Минск. Ваня, Варенька тут? Тут, готов, да. Начинайте, танки. Страдание.
Да что за говно, ебаный? Забирай, забери. Забрал, забрал. Тихо, стой, злобу. Третью копию заберите. Держу пока. Оверхильте Джериона. Джерион, води постоянно, чтобы под вихрь не попасть, иначе тебе пизда будет. Надо подождать. Я пока... Ты чё, я тильт? Спасибо. Оп, Иридан уже затанчил, да? Хорош. Здесь произошли страшные... Неоспоримый вряд ли бы. Святилище считалось неприступным. Блять, мне кажется, или Хэпау не хилит, он должен быть здесь вообще на первом месте. Так он умер. Он умер, да. Его убила третья копия. Мы даже не успели понять, что... Ну, вторая копия, точнее. Силы. Дайте бафы по ДК. Мы, братья, гибли. Палом и Рок вроде умер, да? Да, не основу танчи. Ставьте рыбу. Не пульте пока, подождите. Рыбу поставьте. Это же миник. Подождите секундочку, не пугайте. После него же сразу начнем Халиона бить. Какая разница? Так вот именно, все прожимки сразу же отдадут письками. Более могущественное зло. Так не отдавай. В самом начале я ощутила присутствие. Дайте пристабав, у меня регов нет. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Тюменская рега и по команду начинаете кто-то из танков. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Кто из вас что танчить будет? Рубиновое святилище. Дима. А что надо, то и потанчу. А что надо? Тьму свет. Да танчи, тьму я свет потанчу. Ну как хочешь. Тьму так тьму. Я бы тьме, да? Да. Первая пойти тьма, все остальные свет. Паладины разобрались. Фридомы. Окей. Этернити танчит мелкий трэш. Четвертая пати, кроме демона, добивайте больших. Кроме так. Кого? Ну, кроме тебя, демона. А, ну ладно. Так. МД, Сатара Рэпа и ХТ хилите тьму, Тюменская, Гуриц хилите свет. Ману заливайте на второй фазе, заливайте МД на третьей фазе огурцу. Дарксайд заливаешь в начале второй фазы, Войд Старфол в конце второй фазы, на третьей фазе по откату. Свет отец хилит, да? Да. Так, все РТД на третьей фазе бьем больших, иначе у нас мелкие будут быстрее сливаться. У нас два АДК, кот, рога сильные. Мелкий трэш вообще не трогайте РТД.
Давай, какойся на диспель третью фазу. Сатара рыба, все остальное. А вот шопа. И частицу сейчас надо кидать на того танка, кто танчит голема, понятно, МТ. Коли пал, ты тут? Тюменская, ты ж уже хилил, да? В курсе? Что тут делать? Или нет? Это тот хулипал, когда я с зердрупом хилил. Смотри, Тюменская, ты на первой фазе кидаешь частицу на того, кто танчит големов, и хилишь меня, а на третьей фазе кидаешь частицу на меня и хилишь рейд. Все. Порном ныть? Что за бред, ты еще научишь его, блядь. На первой фазе он тебя вообще не трогает. Там есть хилы, блядь, которые тебя хилят, он ману экономит. Ну, я всегда хилю. Хипал? Что-то за хипал ману экономит. Да, да. Да, а его в любом случае, блядь, вот эта танка хилит, который держит голему. Так что какая разница? Ваня, время ты готов? Да. Все, давайте, начинаем. Дайте крик на вот уж. Блядь, Джерем как хуесос сагрил. Мы сказали, блядь, чуть нам. Ну, слишком рано. Неровно стоит. Огурец метка. Поворачивай на рейд. Бежали. На рыбе сметка. Подожди, подожди, не заходи пока. А зачем их туда победить? Мелки растут. Все, заходи во тьму. Рейд заходим, только как мы начинали. Беги, малышка, беги! Будет метка, встали в звезду. Бурстим. Сатара пометка, но заходите, если добили. Не случайно. Можно там? Да, да, заходите, я же сказал. Нас тут рост дали. Дайте хоть еще один. Отходите отсюда. Паладин. А ты вообще хочешь? Да не туда, назад, вон, где то дерево. Видишь, куда? Морексис. 54%. Бьем пока босса. Выходите. Что ты делал, Дарксайд?
Давай, Рос, цветок всем, у кого не было. Перебежали. Две уже в рейд. Дарксайд, поднимай на Рексиса, Воид, Акумена, Этернит, Семетка, выноси. Семет... А, просто нет. Да что за... Рексиса поднимали? Да. Испыль, Кранк, испыль. Перебежали. Этерин, ты сейчас будешь прожиматься. На пульте хорошо. Блять, на пула нету. Крауд метка. Ленгор. Псих, выйди давай в свет. Не могу, лезвие. Выйдешь потом. Большого семья. ЖП магия. У нас семь мелких, у нас две пачки мелких. Акумен, метка. Давайте все мелкие заливаем. Ну, молодец, Олег, перебежали. Босса не бейте, босса не бейте, Свет, босса не бейте. Все, зачем я сюда? Ну, у нас тут было ЧП. Будь уже здесь. Таргарин. Таргарин, метка. Умер? Да. Сам станешь? Нет. Ну хилте так, Тиму, старайтесь там, потейте. Ёбаный. Бежали. Молчи уже. Босса не бьем, Свет. Лужа в рейд, босса не бьем. Дайте капочку. Огурец метка. Это никакой капли пока. Ну, тут, я думаю, все уже. Там рэперки, помогайте во тьме, хилите, там капли давайте, Дарксайд, метка. Небеса в огне. Перебежали, давайте пробуем добивать. Хотя... Дисклад? Еще один трэш. Еще один трэш давай убьем. Дискорд? Там от Тиллера 50 секунд. Ничего страшного. Дискорд? Все, вайп. Все, вайп, падаем. А почему он сейчас большой откинулся? Он же вроде не должен. Ну, почему-то откидывается у нас, я не знаю. А, еще таких видавок меток не потел. Жесть. Оцените ХПС. Где он? На. Хорош. Да, нормально. Зацени смерти на Рексис еще, подожди. И Акумена. Блин, у меня только с тьмы. Вообще бы магом умирать в РС. Да и рогой бы сейчас умирать в РС. Мне кажется, у вас копипаст одной и той же фразы постоянно идет, нет? Да я им уже говорил, они как-то не понимают. Это сложно.
вообще на яйцевые гомосеки. Слововой да вообще как бы воспринимать сложно как слова, да? Тем более от Войда. Славик, мне тебя не хватает, конечно. Че-то сердцеплит не пошел, нормально же дырелил. Не, хорош, конечно. Ты предупреждай, блядь. Сука, чуть не подавился, блядь. Это не то, что Джерри, он там 5-6 часов приедет, блядь. А, я помню, как ты его обсуждал, когда его в ВК не было. Так плохо говорить, если что. Так плохо говорить, если что, а кто постоянно мне говорит там на игре 6 часов? Ну, при чем тут Джерил на рейд, там, где были конченые люди, к рейду, там, где 24 нормальных типа в рейде, один ты долбоёб. Ты готов, Кощука? Это прям как вырез. Да, это так. Он идет с собой, у которого колба и штаны на кота. Хорош. Начинай, Дима. Рейд. Не начинал. Секундочку. Панель пропала, 5 цех, сейчас поставлю обратно, все поставим, начинай? Да, начинай. Будет у нас. Перебежали. Дедмайндед. Ну крышечки это конченые доны. Блудинус. Поворачивай на рейд. Смещайся. Хорош. Опять. Давай заходи сразу, ну иди как рейд, смещаемся в звезду и заходим. Дарксайд метка, заходите. Все, заходим. Верзила ближе к морде. Че фридома нет? Да. Пятьдесят 3%. Бьем пока босс. Прокляну метку. Входим в свет. Давай рост. Крауд. Крауд.
перебежали. Да, вот метка 8 дали рассвет пентрэш. Поворачивай на рейд. Дай горд. Свет не бьем, свет не бьем, ждем трэш. Менская метка. Тюменская. Хиль-хиль себя. Перебежали. Горит с мамой просто не бьем. Сейчас пою гимн. А вот метка. Дедмайк, метка. А, свет, стоп. Свет не бьем, перебежали. Свет не бейте босса. Ложа в рейд. Пардиора метка. Все, добиваем трэш, потом будем добивать босса. На Рексис. Все, добиваем босса. Сколько еще таких героев? Небеса в огне. Перепишали. Беги, малышка, беги! Ой, да стой, стой уже. Это ваша последняя победа. Разрушитель, вы. Насладитесь сполна ее вкусом. Ибо когда вернется мой господин... Джерион, ты немножко обрыгался. Пешку ролим. Блин, у меня здесь ЕПГП отключен. Скажите, кому отдать? Отец и гулец. 48,6. Да не, Марат. Случайно тебе кинул. Тогда мне Войду. Войд, поначисляй ГП. Фу, Войд получает чашку. Ого. Хороший подряд. Сколько она там? 700? Сколько? Напомните. 703. Наручи роль. Кому? Отец огурец. Поезд нужен кому-то. Короче, 460. На ОС за 10. Тюменская, ты на мейн? У тебя есть уже такой, да, пояс? Ну, у тебя с обычки, и ты ролишь на ОФ, как бы его. Не, ну вы видели, просто колбу поменять, ну, на чешку. Или за 50% забираешь, или я отдаю герцогине. Ну так чё там? Герцогине за 10?
50. Тюменская за 50. Таня, линкани, пожалуйста, КПС, мы поговорим. А, злой, ты тут злой? Ты где? Че? Да мне Симголда. Есть Симголда? Не, ну WhatsApp, ты смотри просто, мой тренинг. Синий учебник. Тургарин, Тургарин, дай Симголда на починку. 10 Симголда. На 50 ЕП. Кого-то давай. Сейчас на чисто. Пиздец просто. Че, еще будет РС? Да офигею, блин, еще выше ППР оказался. В натуре.